военные шайки. Но на наши они совсем не похожи. Кажется, эти гады из войны ищут морпехов, которые еще не добрались до Надежды. Живо вниз! Если заметим, до комплекса мы не доберемся. О, Господи! Сулаком, мы обнаружили транспорт, но... Сэр, там никто не выжил. Все, прикончили ксеноморфы. Понял, Уинтер. Выполняй задание, о парнях мы позаботимся. Конец связи. В чем дело? Тут мы не проедем. Цилиндра набила столько пыли, что мы еле ползем. Дальше пешком. Сулака, это Уинтер. Мы доберемся до комплекса на своих двоих. Понял тебя, Уинтер. Не забудь про чертов список. Это военные шаги, но на наши они совсем не похожи. Эти гады из Вэйю ищут морпехов, которые еще не добрались до Надежды. Эй, вы, живо вниз! Если заметим, до комплекса мы не доберемся. О, Господи! Сулаком, мы обнаружили транспорт, но... Сэр, там никто не выжил. Всех прикончили с работы. Прием. Понял, Уинтер. Выполняй задание, о парнях мы позаботимся. Конец связи. Идем с фланга. По моей команде. Оружие к бою! Огонь!
они плюются кислотой! Кислотой, мать вашу! За тобой! Что же тут стряслось?
Возможно, эта часть как-то связана с научной лабораторией. Значит, мы тут пройдем. Похоже, у горничной был выходной. Этих горничных смотрите на датчиках. Хорошая шутка была. Что, поворачивать назад уже поздно? О'Нил, нужно открыть эту дверь. Белла, что на датчике движения? Ну, что-то эпизодически появляется, но далеко. Пока все в порядке. Дверь не поддается. Видать, намертво заела. Нужно ее выбить. Сбрендил, нельзя шуметь! Так, ты рассказал ей про умника. Случайно. Теперь вперед пойду я, чтобы мы не подняли всех ксенов и парней из ВАЮ в радиусе мили. Вы что, гигантские пары? Это совершенно точно не часть корабля. Возможно, эта часть как-то связана с научной лабораторией. Значит, мы тут пройдем. Похоже, у горничной был выходной. Этих горничных смотрите на датчиках. Хорошая шутка, Белла. Что, поворачивать назад уже поздно? О'Нил, нужно открыть эту дверь. Белла, что на датчике движения? Ну, что-то эпизодически появляется, но далеко. Пока все в порядке. Дверь не поддается. Видать, намертво заела. Нужно ее выбить. Умник, ты что, сбрендил? Нельзя шуметь! Ты рассказал ей про умника. Случайно. Теперь вперед пойду я, чтобы мы не подняли всех ксенов и парней из ВАЮ в радиусе мили. Ну что, в гигантской воронке? Парни, датчик показывает большую активность в пределах нашего периметра. Так что,
Оружие к бою! Огонь! Прорываемся! Вперед, вперед! Я не виноват. Куда эта лестница? А хрен его знает. Thank you.
Что я ненавижу, так это высоту. А какие чувства испытываешь к бездонной пропасти? Примерно те же, что и к тебе сейчас. Заткнись. Официальная заявка WY-8-2-3 от десятника Джошуа Морриса. К сожалению, нам понадобится еще целая куча исследовательских модулей. Похоже, что у геолога, который выбрал это место для строительства, вместо головы задница. Я все слышу. Ну да, ну да. Из-за структурной нестабильности LV-426 из строя вышли... Загибаем пальцы. Раз, два, три модуля. Один пополам развалился после землетрясения, еще два упали в пропасть. Я уже говорил, что ненавижу эту чертову дыру. Это бы надо Начинаю очередной еженедельный отчет о строительстве комплекса «Исток». Несмотря на то, что мы потеряли кучу исследовательских модулей, работа идет с большим опережением графика. Отчасти потому, что от «Истока» осталось гораздо меньше, чем нам казалось. Похоже, что одна часть отвалилась еще до нашего прибытия. Док, почему это произошло? Снесло потоком лавы. Ну да, именно. Мы достроим комплекс «Исток» в течение 2 недель. И я честно скажу, даже и без этой части это настоящий красавец.
Повторяю, мы покидаем исследовательские модули в связи с возросшей активностью ксеноморфов. Всему персоналу предписывается перебраться в комплекс Исток. Если не явитесь к 9 вечера, спасать вас никто не будет. Повторяю, мы покидаем. Повторяю, мы покидаем исследовательские модули в связи с возросшей активностью ксеноморфов. Не работает? Нет. Может, на гаражной распродаже? Хотя нет, смотри, работает. О'Нил, ищи список. Вот он, список, тут. А, это оказалось легче, чем я думал. Постой. Что? Там указан позывной морпеха. У них морпех? Кто? Пусть это выясняет Круз. Сулако, список у нас. Сейчас мы вам его отправим, потом проследуем в комплекс. Понял тебя, Уинтер. Удачи вам с Беллой. Все слышат? Это корабль. Они заметили, что включилось электричество. Здесь нас не увидят. Мы должны двигаться. Быстро.
Мы почти уверены, что нашли вход в комплекс. Что там со списком? Появилась информация. Возьмите ситуацию под контроль и свяжитесь с нами. Вас понял, Сулако. Безопасности, сэр. Что со списком? Бишоп пробил позывной по всей нашей базе. У них есть морпех с нашего корабля. И он снабжает их информацией. Под пытками или нет, неизвестно. С нашего корабля, сэр? Они похитили морпеха Сифоры? С другого корабля. Он с Сулака. Не понимаю. Ведь все морпехи с Сулаку погибли. Никак нет, Уинтер. Один жив, и скоро они его увезут. А мы морпехов не бросаем. Ждите приказа. Конец связи. Нашел для нас второе смертельно опасное задание. Одного было недостаточно, что ли? Мы сами вызвались. Морпехи своих не бросают.
Да, но умирать за кого-то я не подписывался. Нет, урод, ты подписался умирать за других. Обещай, если со мной что-то случится, ты постараешься спасти пленного морпеха. Белла. Обещай. Обещаю. Если этот тоннель связан с биологической станцией, мы обязательно выберемся по нему за ограждение. Все равно не спешите. Где-то там должен быть выход. Да вашу мать! Заткни свою пасть, дебил! Виноват, убить мне это дерьмо! Все ко мне. Всем прижаться к левой стене. Не выходите на свет.
прячьтесь за камнями. Продвигайтесь медленно за мной. Где-то там должен быть выход. За вашу мать! Заткни свою пасть, дебил! Виноват, вы видели это дерьмо? Все ко мне. Всем прижаться к левой стене. Не выходите на свет. Прячьтесь за камнями. Продвигайтесь медленно за мной. Где-то там должен быть выход. Да вашу мать! Заткни свою пасть, дебил! Виноват, вы видели это дерьмо? Все ко мне. Всем прижаться к левой стене. Не выходите на свет. Прячьтесь за камнями. Продвигайтесь медленно за мной. Придется обойти в эту стену. Здесь слишком опасно.
они не дураки. Вход в пещеру завален, ксены там не пройдут. Где-то там должен быть выход. Да вашу мать! Заткни свою пасть, дебил! Виноват, вы видели это дерьмо! Все ко мне. Всем прижаться к левой стене. Не выходите на свет. Прячьтесь за камнями. Продвигайтесь медленно за мной. Враг мертв! Придется обойти вон ту сторону. Они не дураки. Вход в пещеру завален, ксены там не пройдут. Один есть! Thank you.
тебе 700. Втроем нам с двумя бронемашинами ни за что не справимся. Они попадают в пролом в стене. Оружие не хранится, я и ветер. Иди. Что ты не знаешь, каково мне сейчас. Заткнись и смотри в... Последний патрон в стволе. Вот и все. Ты помнишь наш уговор? Да. Возьми себя в руки. Нам нужно спасти еще одного морпеха. Нельзя, чтобы я вас тормозила. Один звук из твоей пасти, гад, и завтра в мусорке найдут твои мозги! Если понял, кивни, сволочь! Белла, ложись на стол. Один из этих лицехватов оставил у нее в груди своего ребенка. Надо его извлечь. Но это невозможно! Неправильный ответ! Пожалуйста! Поверьте мне, мы уже пытались извлекать такие эмбрионы. О, Нил, не перебивай его. Пусть скажет. Эмбрион строит из жидкости и питательных веществ хозяина плаценту. Но она не похожа на человеческую. Скорее, это сорняк, который укореняется в каждом органе грудной полости. Даже если удалить эмбрион, эта самая плацента, она словно раковая опухоль. Органы начнут выходить из строя один за другим, и тогда... Вы просто умрете. Уинтер, выруби его. О, Нил, я больше не могу. Как жарко. Эй, Белла. Да. Так, все в порядке. Просто... Закрой глаза. Вытащи того морпеха. Ты обещал. Вытащи всех с этой планеты. Ура, и к черту.
Обещаю тебе. Сулака, это 2-1. Есть новости. Вы меня слышите? Прием. О'Нил, куда вы делись-то? Как там Белла? Сулака, мы не выполнили задание. Субъект не выжил. Просим выдать условия задания по спасению заложника. Прием. Ты уверен? Да, иди, чертов приказ! Вас понял, 2-1. Пленного морпеха ведут к бронемашине ВИЮ, это в самом комплексе. Вам нужно временно отключить электроэнергию, чтобы отвлечь внимание. Постарайтесь при этом не погибнуть. Обещать не будем. Конец связи. Я обещал Белли.